На Куе в районе озера Харитоновка 11 июля пройдет традиционный турнир по рыбной ловле. В этом году он станет пятым по счету. Ежегодно соревнования собирают до 100 человек. Стать участником массовой рыбалки может любой желающий. Соревноваться можно только в личном зачете. Победителей турнира определит жюри в номинациях «Первая пойманная рыба», «Самый большой улов», «Самый опытный юный рыбак», а также в других номинациях. По условиям соревнований участники используют собственную экипировку, снасти, снаряжение и прикормку. Помимо главного рыболовного конкурса, участники турнира смогут испытать себя и в кулинарном, приготовив пойманную рыбу. Для приготовления блюд необходимо захватить с собой дополнительные ингредиенты, необходимый инвентарь, посуду, дрова и газовые плитки. Впрочем, перекусить можно будет не только пойманной рыбой. В этом году в мероприятии будут принимать участие ненецкие казаки, станица Пустозерская. Они разобьют палатку, они будут угощать участников пловом. Ну, это в первый раз, и я надеюсь, что все у нас получится хорошо. Напомню, праздник, посвященный Дню рыбака, пройдет в субботу, 11 июля, на реке Куя в районе озера Харитоновка. Все участники добираются до места проведения своим ходом. Регистрация начнется в 10 часов утра, в 10:30 турнир уже начнется, кулинарный конкурс стартует в 14:30. Закрытие турнира организаторы наметили на 17:30. Принять участие в большом празднике приглашаются зрители и болельщики. Ко всем участникам и гостям у организаторов есть большая просьба – не привозить с собой собак и оставить после себя чистоту.